Анна Батакова занимается самбо 5 лет. Сначала мама привела девочку на занятия по универсальному бою. Через какое-то время появилась секция самбо. Аня решила попробовать себя в этом виде спорта. С того момента у нее появилась цель – всегда побеждать и поучаствовать в соревнованиях всероссийского и даже международного уровня. Побеждать всегда нужно, потому что через все поражения, то есть человек приходит к победе, то есть без поражений не бывает побед. И я прошла через множество поражений, и сейчас не упускаю, ну, то есть не даю шансы выиграть себя. То есть я стараюсь побеждать на каждых соревнованиях. Тренировки по самбо для девочек ничем не отличаются от тех, что и для мальчиков. Это универсальный вид спорта. Побеждает Анна уже не в первый раз, поэтому эмоции уже не те. Но быть первой хочется всегда. Быть на высоте девочке помогает ее наставник, тренер Андрей Голев. Он воспитывает спортсменке упорство, смелость, уверенность. Тренер для меня как наставник, то есть он поддерживает меня на соревнованиях, дает какие-то... То есть исправляет ошибки, которые я допустила на соревнованиях. Мы их исправляем, и на следующих соревнованиях я стараюсь больше не допускать таких ошибок. Он ведет на жизненный путь дальше, то есть он помогает, ну, допустим, в выборе профессии, то есть там, например, разряды выдают тоже, приносят баллы при поступлении. Жизнь спортсмена порой кажется очень тяжелой. Ежедневные тренировки, жесткий самоконтроль. Но девочка идет дальше, не останавливается на достигнутом. Несмотря на юный возраст, Анна Батакова уже кандидат в мастера спорта по самбо. Ну, я думаю, было бы главное желание. Желание, остальное все как бы добивается. Вот она, и вот и конкретно Паня, она такая сама целеустремленная девушка, такая трудолюбивая. Я бы сказал, что и талантливая, если знаете, талантливая, значит, талантливая во всем. Но она и такой трудоголик. Она на тренировке всегда пашет выкладываться, не только на тренировке, там и дома, благодаря ей поддержке родителям, что вот они ее поддерживают, ее, на, как говорится, увлечение. Ну, соответственно, тут и работа тренеров, как бы немаловажный фактор. В Великоустюгском районе с 2016 года команда «Мороз Файт» развивает самбо, проводит соревнования, сборы, семинары с мастерами спорта международного класса, чемпионами мира. Это помогает великоустюгским спортсменам держать высокий уровень подготовки. Татьяна Меркурьева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».